Ну, итог встречи скажу так, что, в принципе, о чем я попросил ребят, они это выполнили. Была самоотдача, было желание, и выиграли. Очень рад, что выиграли. Довольны этим товарищеским матчем? Я думаю, увидели проблемы команды, как готова на сегодняшний день, готова ли играть в высшей лиге? На фоне соперника, в принципе, Зимбру сегодня, я знаю, что он не был в сильном составе, так как есть сборники в этой команде. Но все равно на данный момент мы только идем к тому, что будем играть в высшей лиге. На данный момент я считаю, что мы на неплохом состоянии, и физическом, и психологическом. Наше дело работать, через полгода будем думать уже, готовы, не готовы. Сейчас пока на данный момент рано говорить. Наша задача пока первое место занять в первой лиге, дальше будем думать. Остался один матч в дивизия, потом будет пауза и подготовительный период. Планируете какие-то сборы, где? Ну, в принципе, да, мы планируем сборы. У нас планируем участвовать на Кубок вечернего Кишинева. Потом, если будет все хорошо, поедем, наверное, в тур, вот так, как говорил президент. Соответственно, планируем усиление делать на каждую позицию. Уже ко второй части чемпионата. Ко второй части, да. Готовится. Да, есть уже как бы. Да. Собираемся именно готовиться уже. Приметили каких-то игроков с опытом или. Именно опытных игроков с нашей молдавские, но пока я не буду называть. Ну понятно. Да. А из-за рубежа? Ну из-за рубежа, как бы мы делаем ставку пока на своих воспитанниках, так не то, что своих воспитанников, на отечественных, на наших футболистах молдавских, так как наш клуб еще молодой, я думаю, что нам еще рано пока об этом говорить. Кстати, не играют и воспитанники Зимбру. Как да. Вы довольны? Я доволен. Все-таки Зимбру это, я считаю, флагман молдавского футбола. Сразу видно оснащенность техническая футболистов, видение поля, конечно, довольны. У нас где-то, наверное, думаю, 40-50% футболистов, которые, скажем, выпускники Зимбру. Yeah.